днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения тебя. Загадала? Да. Не делать. С днем рождения тебя. А вот твой подарочек. Красиво? Да? Иди посмотри. Что ты хотела, Барби? Иди посмотри. Сейчас открывать хочешь? А тебе нравятся шарики, мам? Смотри, как красиво. Хорошо, мама? Даже пони шарик. Смотрите, смотрите. Привет, ребят, как ваши дела? Наконец-то сегодня настал этот день. У нашей маленькой дочурки день рождения. Мария, что ты творишь? Смотрите, что мы делаем. Они весь торт мне сгрызли. Покажи. От торта уже ничего не осталось. Я даже не успела его ни сфотографировать, ничего. Дышка. Они уже одетые, готовые. Я тоже, кстати, просто мне причесаться надо. С утра мы сразу уже все подготовили. Он мясо замариновал. Я все сумки собрала, все, что необходимо, чтобы они с собой забрали, потому что они будут делать шашлыки. А мы идем в детский центр. Да. Машке я надела пока платьице. И моими кошами. И заберу ей с собой лосины и маечку, чтобы она там смогла переодеться, играть. Это просто я ей надела платье, чтобы она сфотографировала со своими подружками. На память как бы фотографию сделаем общую. И потом я уже ее переодену, она будет себе там бегать, прыгать уже, чтобы удобнее было. Погода у нас сегодня должна быть очень жаркой, 22 градуса, но дома прохладно, поэтому я одела вот эту сорочку свою любимую. Она такая удобная, легкая. Евгений будет жарко. Да? Покажи, как я сделала. Машка с утра возится со своими подарками. Это ей дядя подарил. Это только внутри была. И еще там, да, что-то продукты. Да, подожди. Это магазинчик Барби, а мы ей подарили... этот домик Барби огромнейший. Это я уже показывала вам в коробку в начале же. И этот домик мы потом соберем. Машка все вытащила с коробки в своей комнате, все на ковре так и лежит. Надо собрать потом этот дом. Он очень большой, как я вижу. И уже решили вечером, если время останется, соберем. Если нет, тоже завтра я уже соберу. Как раз они в школе будут, я спокойно соберу. Сейчас детей посажу обедать, сейчас, потому что в такое время мы пойдем, они должны быть сытыми. Алика тоже накормлю, не знаю, он идет кушать шашлыки, но пока они пошли, сейчас там пока столы подготовят, все, костер разожгут, ну, в общем. И пока сделается мясо, чтобы он не был голодным. А мы поедем в детский центр веселиться. Постараюсь все для вас заснять. Это как продукты, да? Угу. Постараюсь вам что-нибудь сегодня заснять с нашего дня. Алик тоже со своей стороны будет снимать. Может быть, может быть. Да, может быть, здесь у него время следит. Ну, кто на русском и на французском умеет говорить, вы на мои видео посмотрите. Да, я должна твою, так, твою ссылку на твой канал. Напиши, как это делается. Корзинка, что продукты складывать? А, это весы. Тихо, как это весы, чтобы продукты. Да. Чтобы это... Овощи и фрукты взвешивать. Да, так. Вчера тоже я пока закончила. Уже было 2 часа ночи. Это настолько была убита, я сразу пошла легла спать. Алик, хватит, мама, смотрите, что делает. У нас дома ни тарелок нету, ни вилок, ни ножей, ни ложек. Нет у нас ничего дома. В общем, ребят, посажу я детей сейчас кушать. И уже потом мы поедем.
Али, минуту сухую нам. Вази, мама, тебе суфли? Вала, браво! Как ваши дела? Сегодня уже второй день, то есть следующий день, сегодня уже 22 мая. Я решила этот влог разделить на две части. Ну, не то, что разделить, а записать вчерашний, сегодняшний день, потому что чинг я не закончила. После детского центра как бы были никакие уставшие очень сильно, и как бы я не смогла закончить свой влог до конца, как бы. И решила уже отложить на сегодня. Как ваши дела? Я надеюсь, что все хорошо, у нас все нормально. Мы вчерашний день провели отлично. Очень сильно устали, потому что хорошо провели день. Все почти гости пришли, кроме двоих, которые тоже не ответили, как бы не предупредили, что не придут, но ничего, как бы. Я так поняла, что если не ответили, значит и не придут. Но, слава богу, было много ее подружек, были родительницы, с которыми мы хорошо посидели, поболтали. Было интересно, весело. И дети тоже хорошенько поигрались в этом центре. Вы бы видели их не лица, ужас. Были красные, потные. Видно было по ним, что хорошее время проводят. То, что касается со стороны мальчиков, тоже хорошо они провели время, все остались довольными, Алёшка тоже поигрался с друзьями, побегал, попрыгал, ну, в общем, день прошел так быстро, весело. Неска тоже под конец пришла уже с ребенком, потом мы пришли домой, они тоже с нами вместе пришли домой, потом заказали покушать, поужинали и... Ее проводила тоже, было уже 9 часов вечера. Как раз дети искупались, помылись, пошли спать. Также я была отключена, чуть прибрала дом. Сумки все я разобрала, которые Резу собрал для шашлыков, все, что они забрали с собой. Надо было это все потом помыть. Все, что осталось там из посуды. И потом я тоже пошла отдыхать. Вчера я была мертвой. Ну, сегодня чуть так утром мы поздно встали, но я имею в виду, я детей, конечно, в школу забрала без проблем, плюс сегодня у нас хорошая погода, тоже жарко было, с утра было тепло, детей забрала в школу, успела пойти в организацию, сдать бумагу насчет, документ насчет своего стажа, чтобы подписали, потом нужно сдать этот, собрать этот документ в то место, куда тебе проходить стаж, проходить, там тоже должны подписать, в общем, беготня. Ну, я пошла, сдала этот документ, чтобы вовремя все сделать, пошла домой и опять легла спать. До обеда я спала, потому что, правда, нужно было мне отдохнуть. Ну, потом встала, приготовила, мы сразу вышли в магазин, что, мама, ты хочешь закрыть? Да. Приготовила, сразу вышли мы в H&M сдать майку. Я себе позавчера взяла одну майку белую, но она мне не понравилась. Почему не закрывается? Все, да. И как бы пришли домой, потом я пошла за детьми. И вот так прошел сегодняшний день тоже. Решила вот так выйти, вам чуть-чуть объяснить, рассказать, как прошел вчерашний день. Чуть-чуть сняла несколько кадров, как бы времени не было, больше общалась, там за детьми смотрела, двое девочек, две девочки были без мам, и как бы нужен был глаз да глаз, ну все равно чужие дети, как бы не хочется, чтобы не того, что случилось бы, но дети такие, что, как сказать, ум у них больше, постарше, чем они возраст, ну вот, например, 6 лет, но у них как бы
и мозги есть, они себя спокойно ввели, не капризничали, не баловались, и так что я спокойной душой как бы и могла и сесть, и все. И вот так вот вообще, ребят. Так что Машке день рождения тоже прошел, она осталась довольная, самое главное, мы тоже стали довольными, все, что нормально прошло. Несмотря на Тарик на день рождения, как бы его друзья не пришли, но мы тоже на день рождения хорошее время провели, он тоже остался довольным. И вот так, Реза тоже спит, решила попользоваться моментом чуть-чуть с вами вот так пообщаться, раз закончить это видео наконец-то же. Сейчас хочу я прибраться, потому что еще с утра не убиралась, решила оставить на вечер, сейчас хорошо уберусь, полы помою. Зачем вы кричите, дети? И... Ты тоже один туда идешь. Машка, хочешь, чтобы я собрала ее в Барби дом? Собрала? Угу. И... Не мама эти карты подарила? Подарила. Ну, купила! И это... У меня попался только... В. В общем, он про свои карты покемоны. И в общем, сейчас я приберусь и доделаю, соберу Машкин домик. Надеюсь, у меня это получится. Ну, по инструкции, по-нормальному должно получиться. Домик, мама, Барби дом. Ты свой урок сделал, кстати? Я иду делать. Удачи. У меня столько эвалюаций. Да, пассаж поэзии, трещины по жуэсику мне варьёшь. Да, здесь никто по-французски мам не понимает почти, так что сосерарьям, что сейчас объясняешь. Ну, он имеет в виду, ему нужно стихотворение сдавать, у него будет как контрольная, и так что нужно подготовиться. Я просто не понимаю то, что они 5 дней дома были, то учительница, чем она взяла это все им сделать во время этих дней, то, что они отдыхали. Чем вот сейчас за один вечер он должен это все повторить, стихотворение до конца выучить, там 3 правила нужно выучить, текст нужно уметь пересказать. И за один вечер, как бы, сейчас у нас 15 минут 7-го, он сейчас недавно... Думаю, вкус отдохнет, покушали они. Сейчас он тоже мороженое поел. И сейчас начнем делать свои уроки. Считайте, час он, наверное, займет даже меньше. Ну, смотря как он выучит. Займет, чтобы он это все повторил. Завтра школа. Не лучше было все это сделать во время этого отдыха. И как бы ребенок уже был бы тупым. Они одним разом дают вот так... много заданий, не понимаю, или вообще ничего не дают, или же одним разом много заданий. Ну, в общем, главное, Алик преуспевает, у него проблем нету, не отстает, вот это самое главное. В общем, ребят, еще раз скажу, что все прошло хорошо, так что, ну так, поэтому, этот влог я уже закончу, у меня уже слов нету, тоже нечего рассказывать, уже как бы... Сегодня день отдыха, вот сейчас только я приберусь и все, как бы пойду делать ее домик, а завтра уже посмотрим, чем бы заняться, и завтра тоже, если честно, у меня много дел, ну, много дел, как в основном мне должны позвонить, там, насчет каких-то дел с этим, я уже об этом вам расскажу попозже, сейчас ранее не хочу об этом говорить, но у меня намечается кое-что, и, конечно же, обязательно, как уже 100% будет сделано, я с вами обязательно этим поделюсь. И так что завтра буду ждать звонка, посмотрим, что и как будет, и потом уже дам вам знать, тоже с вами обязательно поделюсь. Нас уже скоро 2000, кто не подписан, подписывайтесь, поддерживайте меня, пожалуйста. От вас ничего не идет, как бы, я так думаю. А мне будет большая мотивация. В общем, ребят, на этом я уже закончу этот влог, это видео. Кому понравилось, поставьте лайки, пишите комментарии обязательно. И увидимся с вами уже. Ку-ку! Машка, что с твоими волосами? В общем, ребят, всем хорошего вечера и всем пока!